Добрый день, дорогие друзья, коллеги. У меня сегодня очень интересная, хорошая новость. Как вы, наверное, слышали, в Московском городском педагогическом университете существуют программы «Образовательная политика» и программа «Руководитель образовательной организации». Это две магистерские программы, разные магистерские программы, которые изначально были направлены на формирование двух разных групп навыков, хотя и пересекающихся между собой. В какой-то момент мы поняли, что все, что мы делаем по этим программам, все более и более интегрируется друг с другом, все более и более дополняет друг друга. И с этого года на программу «Образовательная политика» и на программу «Руководитель образовательной организации» будет осуществлен общий большой набор. Это означает, что первый семестр группа будет учиться вместе, будет посещать общие лекции, семинары, различные другие занятия. А после первого семестра она разделится на две части. Часть студентов будут совершенствовать свои аналитические навыки, будут совершенствовать свои экспертные позиции в области образования. А другая часть студентов пойдет по профилю руководителя образовательной организации. Это профиль, который прямым образом направляет на занятия руководящих должностей в системе образования. В чем преимущество этих образовательных программ при объединении? Ну, во-первых, сохраняется сильный, мощный кадровый педагогический состав. На этих программах преподают не только известные аналитики, эксперты в системе образования, но и те, кто долгое время занимал должность заместителей министра, те, кто работал в системе образования на самых высоких ответственных должностях. Эта программа предполагает стажировки. Стажировки не только там, в других школах, но и стажировки за рубежом. Уже сейчас было проведено несколько таких стажировок, когда студенты знакомились с образованием по соответствующей проблематике, по проблематике близкой системе образования Москвы, но в других странах. Эта программа предполагает участие руководства Департамента образования Москвы в реализации. Это означает, что ключевые мастер-классы, ключевые примеры, которые мы будем рассматривать, это будут примеры, которые непосредственно продемонстрированы теми, кто и осуществляет образовательную политику, кто и влияет на развитие системы образования Москвы. В различного рода мероприятиях, связанных с непосредственной защитой работ, примет участие Исакович Калина. Еще одна хорошая новость. Количество бюджетных мест по этим программам не уменьшается. Порядка 40 бюджетных мест мы объявляем в этом году. Очень интересные два года магистерского обучения, которые позволят действительно совершенно по-иному взглянуть и на свою собственную карьеру, и на профессиональную деятельность, и реализовать то, о чем вы так долго мечтали.